Привет! Хочу в продолжение о зоопарке в Сеуле немного рассказать про то, как мы прокатились на канатной дороге. Эта канатная дорога идет как бы сбоку зоопарка, поэтому видно часть клеток с некоторыми животными, и с другой стороны видно лес и спереди горы. Зрелище, конечно, очень красивое. Поскольку мы пришли в зоопарк достаточно поздно, обратно идти мы уже не успевали на выход, то есть только бегом. Поэтому мы решили воспользоваться канатной дорогой, о чем я совершенно не сожалею. И вообще это была в моей жизни первая канатная дорога, поэтому ощущение, конечно, очень классное. Давайте посмотрим видео, которое я наснимала, его немного, но я надеюсь, вы создадите для себя какое-то впечатление тоже. Я как дикий человек никогда не ездила на этом. Как это называется? Канатная дорога. Канатная дорога. Короче, поэтому Маша мне уговорила, и мы едем на канатной дороге. Че, в принципе? Тут же гора. Воздух, конечно, потрясный. Там внизу этот дельфинарий. Опять же потрясный. Горы. Никого нет, потому что будний день. И потому что уже парк сейчас скоро закрывается. И в эту сторону уже точно никто не едет. А, только обратно, да? Не, ну так, в принципе, все гуляют. Это же тоже деньги. В принципе, ну не очень дорого, что 150 рублей, да, сколько это? Ну да, у нас, кстати, так же где-то, наверное, стоит. Что? Покатиться на канатной дороге. Где у нас? У нас в России. Я, конечно, так снимаю. Все вперемешку. Просто там горы красивые сзади. А внизу сетка натянута на все это пожарные. Это на случай, если кто уронит. Тапочку. Вон, видишь, кепочка. Ого, кепочка валяется. Козыречек. Да, бабульки неаккуратно тут ездили. А не, он спереди, там кто-то еще едет перед нами. Ну, да, там... Ой, елки, елки, прям елки. Мальчик с девочкой. А как, интересно, фотографии делают на канатной дороге? Это кто-то с соседнего этого делает? Да, наверное. На вторую, на другую, да, садится и оттуда фоткает? Наверное. В общем, я снимаю на видео, потому что на фото, конечно, всю эту красоту снять невозможно. А где-то зоопарк у нас там сбоку остался, да? А мы тут вот какой-то видим непонятной темой. А это что за столбик? Ой, а вот там декорации какие-то. Мухи какие-то, не знаю. Клёвые птички какие-то поют. Ну, сам себя, если не сфотографировал. Сикмульон. Что значит Сикмульон? Какой-то парк. А мы уже сейчас выходим, нет? Ну нет, пока еще едем. А, сейчас вот мы как-то больше не зоопарком, да? В общем, дорога достаточно длинная. Мы до конца не поехали, вышли где-то около входа в зоопарк. Но едет она медленно, эта дорога, поэтому тоже это у нас заняло какое-то достаточное количество времени. Но если никуда не торопиться, то очень приятно прокатиться на этой дороге, сидеть долго-долго, наслаждаясь видами вокруг, этими горы там. И внизу вы видите, вот дорога спускается к озеру. И так она идет дальше почти до самого входа в метро, то есть до входа в Гранд-парк. Как я уже говорила раньше, Сеульский зоопарк находится внутри Гранд-парка, который включает в себя еще другие части.
То есть на самом деле там территория очень огромная, и если у вас есть желание, можно прийти пораньше с утра и попробовать успеть обойти там все. Ну что ж, вот такая чудесная канатная дорога. Надеюсь, вам понравился мой сюжет. Оставайтесь на связи, подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет еще много интересного про Сеул. Пока-пока!